Далее о спорте. В Алекминске провели открытый турнир по вольной борьбе среди юношей на призы народного депутата республики Николая Кульбертинова. В этом году приняли участие более 70 человек. В их числе спортсмены из городов Мирный, Ленск, а также Мегино-Кангаласского района. Подробности соревнований у Елены Фаст. Запоминающимся ярким событием стал для алекминских ребят открытый турнир по вольной борьбе среди юношей на призы народного депутата Илтумен Николая Кульбертинова. Собрал много участников из разных населенных пунктов Алекминского района и также участвуют некоторые районы. Турнир очень интересный. Кроме ребят из района, в турнире приняли участие ребята из города Мирного, Ленска и Мегино-Кангаласского района. Более 70 детей сейчас участвуют. Хотим, желаем, чтобы в будущем вот эти соревнования вошли в календарный план республики и будут проводиться ежегодно. Но планы такие, наметки есть, но это первые соревнования. В районе много ребят с замечательными данными, но их надо найти, помочь проявить себя. Я знаю, что это у нас район талантливый с точки зрения спортсменов, но этих ребят надо выявлять, правильно? Поэтому эта идея у меня назрела давно — провести районное соревнование по вольной борьбе. Три сына, три спортсмена, двое сегодня участвуют в турнире. Во-первых, это опыт. Ну, наш малыш нынче выезжал в Нюргу, средний сын у нас нынче выезжал на соревнования в Бестях. Соревнования нужны. Они, во-первых, воспитывают, наверное, волю к победе, да, такой спортивный дух. Это же мужской вид спорта, поэтому мальчикам необходимо, наверное, заниматься данным видом спорта. Жаль, что сельские ребята не могут попасть в спортивный лагерь «Олимп», сетует родитель, а желающих очень много. Почаще бы таких турниров для детей наших. А у нас, как говорится, алекминский спорт в низком положении находится, выездов нету. Ну, поэтому здесь вот такие соревнования возьми. И мои дети ездят первую неделю тренироваться, зимой и летом вот ездили. А сейчас вот хотели в Олимп лагерь, да, это же спортивные. А сказали, мест нет уже. И тоже проблема получается. Да, проблема для детей. Ребята приходят сюда сами. Кто-то за победой, кто-то испытать себя. Ну, я повышаю свои силовые показатели. Потом езжу в всякие районы, узнаю много чего. Два дня яркого зрелища и отличной борьбы. Два дня на ковре искали и находили новые имена и новые победы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.